На заседании присутствовали представители курирующих ведомств. Специалисты, задействованные в строительстве со стороны нефтяников, доложили Вагиту Алекперову об этапах возведения объектов. Работы выполняются согласно установленным срокам. Задержек с поставками стройматериалов нет. Современные технологии позволяют вести безостановочный процесс строительства даже в самые сильные морозы. Причем в случае необходимости могут быть задействованы и схемы, успешно апробированные на месторождениях общества «Лукойл Западная Сибирь». Уже созданы уникальные научные центры, которые сегодня через цифровизацию, через облачные технологии, они управляют целыми месторождениями, огромными месторождениями. Мы получили премию в прошлом году за цифровизацию. Это именно отмечены те работы, которые сделаны здесь, на Югорской земле. Это и подготовка специалистов нового качества и уровня на условиях целевой подготовки и одновременно научные разработки прикладного характера для нефтегазовой отрасли, что очень важно. Все абсолютно в тренде и в соответствии с поручениями президента Российской Федерации.